Как тебе? Классическая Идем. Просто супер. Закончились водопады. А? Вот и закончились водопады. И все так раз разбегаются. Буддисты. Буддисты. А? Буддисты или кто они? Да? Красиво тут ощущение. Капец, конечно, ну высокая просто жесть. Да? Mm-hmm. Не знаю, как они тут следят, за кем. Кто? Ну, кто-то что делает. Да? Ну, типа там, я не знаю, там, типа кто что там, алкоголь распивает, я не знаю, там. Ну, вот что я такой людей. Полисмены или охрана или кто-то. Вот смотри, какой тоже классный. Вот этот. Угу. Типа как тот, который мы видели, да? Боже, папа, давай. Классно, тебе понравилось, да? Я вижу. Освежиться. Подожди, я тебя сниму. Зачем? Давай. Все, пойдем. Что за ТикТок? X1. ТикТок рулит. Беременная с бешенели. А? Беременная с бешенели.
плавает. Класс. А, да? Вот эти. Абры, ну. Это фонтан, это только на фонтане оно плавает. Думаешь? Ну да. Я думаю, нет. Аня, я думаю, нет. Конечно, красиво тут, да. Тут будет красиво так, да? Ну, это да. Включит посылку. А, вот сюда за вход, за вот сюда 20 дирхам. Зачем? Вот сюда, типа. Типа видно? Что, видно лучше было? Это то же самое, как аквариум. 5 метров, 2 метра. Ну, да. То, что ты хотел. Аквариум, пойдем. Нет, так я хотел не в аквариум, если там был в тоннель под этим, то да. Или что-нибудь еще интересное. Нет? Не хотела бы? Да. Где-то они сидели, я так и не понял. Я не помню. Не помню. Не знаю. Что скоро и потемнеет, да? Типа. Угу. Через 20 минут. Тебе не купила шорты в Дубай-моле. Что было? Я не купила шорты себе в Дубай-моле. Зачем тебе шорты? А что, у меня не подошли шорты, которые я хотела. Я заказала в Вайлдберрисе. Ага, ну ничего, выберешь себе другой день. Мы же можем еще сюда приехать, ну что, последний раз. Нет, мы поедем уже сюда, зачем? А ты... если время у нас будет, ну, не поедем еще раз? Тебе нечего смотреть тут, прогуляться. Что ли? Обязательно ходить каждый раз в теннис тут играть? Я не знаю, ну, просто. Тут дорог вообще, наверное, аренда кортов стоит 1 000 000 дирхам. Я думаю, что тут просто, этот, как его, я думаю, тут просто, это, наверное, входит в стоимость жилья. В этом Бурдж-Халифе, например. Да? Ну там теннисный корт. А? О, надо же объяснить, что мы разговариваем о чем. А. Там теннисный корт мы видели. Играли какие-то мужики. Конечно, да, тут красота. Просто волшебно. Все. Такая высокая, просто капец, да? Такая же голова аж затягиваешь вверх. Да? Угу. Все. Ой. Чуть не сломал. Бурдж-Халифа. Вот это опера. Да? Это там ресторан, кафешка. Пойдем туда, там, наверное, лучший вид. Давай дождемся, пока стемнеет лучшего так вида. Через... Ну еще мы полчаса выпьем кофе уже 25 раз. Или ну, пошли чай. Посмотрим, так там может не кафешка, там просто смотровая какая-то площадка. Да там вот, кафешка. Видишь? А? Да там кафешка. Не понял. Кафешка там. Думаешь? Ну да. Ну что посмотрим. Вообще тут нет входа, где ты нашел? А, вон туда. Ну, вон же лестница. Нет? Я думала, ты сюда хотел зайти. Нет. Не, ну можно сюда, тебе все просто. Угу. She pregnant, и все. Во, тю-тю, she pregnant. И все. Скажу так. Там за это самое. За статуя типа свободы. Смотри, вон. Где? Вон. Это не статуя свободы, какая-то рука. Ну, типа статуя свободы. А, ну может. Типа мини. Мини статуя свободы. Угу. Пошли наверх. Чего не рушу? Вот такой вот вход на какой-то. Тут уже разбулось. Вот, тут капец. Круто. Сфоткать тебя вот так? Да. А? Теперь тебя потом на камеру вместе. Давай.
Вот сейчас именно сюда вам надо. А? Вкусная такая. Она все видно будет. Что? Наверное. Ну, я думаю, там что-то получилось. Сохраню. Она все пишет и пишет. Нет, тут ничего. А? Просто газон. Просто газончик, да. А чего сюда никто не идет? Искусственно. Так мало людей. Потому что люди ленивые. Понимаешь? Пошли вон туда, будем сидеть ждать. Да. Тогда. Если у нас минут. Водичка, есть батончики, да? Да. Так супер, тут вообще. Чего мы не взяли эти, как ее называть? Мороженое? Не, это... Что? Вот вы эти кексики. Что ты кушал? Батончики. Кексики. Пошли вот сюда, на уголок. Да? Ты дырка или что? Ну да. Это было метро... А, не дырка, а просто сход. Ну, тут, мне кажется, еще класс. Смотрите. А? Ну да, давай здесь подождем. Давай не, ну и... хотя подожди, не, ну тут... Не, ну в принципе видно. Не, так здесь будет классно видно. Давай вот здесь сядем, можешь включить свой там лапс. Таймлапс? Да. А, ты... так и на откроем. А? Что ты? Скажи, пожалуйста, еще раз, что ты сказала? Ты лежишь, отдыхаешь, что, да? Да. Или что? Да. Говоришь, если лечь, то видно все, да? Смотри, самолет. Ну да, ну да. Тут, когда лежишь, то, конечно, среди небоскреба все так видно. Хорошо. И мы тут лежим. Снизу. У нас максимально 13, да? 34. 34? Ну да, что есть. Как там? Еще 5 минут. А? Еще 5 минут до фонтана. Ну да, 5 минут. Мы ждем фонтан еще. Еще один. Фонтан мы ждем. Сейчас будем смотреть снова. С нового места. Вот отсюда будем смотреть фонтаны. А? Вон, смотри, уже там подсветочки вот этой не было, да? Ага. Вот этой там той, которая, да? Сейчас я еще... Уже тут... Даже возле мусорки не зазорно сидеть. Оно не воняет, оно не пахнет, да? Не, хорошо очень так выглядит, прям лучше, чем у нас, не знаю, там, плита дома, да, условно. Или там у большинства населения, да? Вот такая вот мусорочка. Там загорать какие-то фонарики. Начали абры ходить с подсветкой уже, видите? Вот. Как-то так, друзья. Тут людей вообще немного на самом деле. Вот единственное, на этом уголочке почти никого нет, видите. Вот, только там сзади все. Все уверены, что как только фонтан начнется, сюда придут. Нет? Думаю, да. Посмотрим заодно. Аня тут устроилась. И начинаются у нас фонтаны. Класс.
Класс. Эй, Саш. Супер, мне очень понравилось, очень понравилось. Супер, и Аня, думаю, супер. Тоже очень. Ну что, еще ждем следующие полчаса. Ну давай, еще ждем полчаса. Не, пойдем дальше. Пойдем полчаса. С другого места просто. Локация новая будет. Ну пойдем, давай, да, пойдем. Ну тут хорошо видно, отлично просто. Да. Пойдем. Класс, да? Супер просто. Мне понравилось очень. Угу. Очень. Лучше, чем первый, второй раз, да? Музыка просто. Музыка соответствующая. Музыка хорошая, да. Согласен. Просто отличная музыка. Ой, класс. Да? Подсветочка уже везде такая.
Угу. Супер. Мы нашли второй фонтанчик. Да? Мы нашли. А? Ну, дай налить какую-то. Да. Мы нашли второй фонтанчик, где можно еще, да, налить воды. Нальешь мою тоже, да? Попили, попьем водички тут вкусной. Включили такие вот фонарички. Вот тут люди все на газончике сидят. И там вот скоро тоже будет, через 20 минут снова будут фонтаны. Вот, мы сейчас пройдем вот на этот мостик. Налили водички, подкрепились водичкой. В принципе, все отлично. Пойдем еще гулять дальше. Аня напивается воды. Тут я тоже есть, как бы. Конечно. Такие вот, вот бассейнчик такой, там такие абры ходят. Подсветик, там уже включили подсветку, видишь? Ну мы ждем сейчас, когда полностью потемнеет. Думаю. Даже будет Бурдж-Халифа светиться, наверное. Думаешь? Угу. Ну давай. Следующий фонтан и еще один. Не галочка, да? Диванчики такие большие, да? Что, сюда? Да, сюда. Вот сюда, мы встанем, да, вот сюда. Ура!
рада, что мы тут, Аня? Да. Очень? А? Очень? Да. Это мушка. Какой фонарик нам тут светит. Здесь все такое ночное, красивое. Очень красиво, да? Меня еще подсвечивают. Это, наверное, специально от вертолета, да? Чтобы не задеть вертолет. Да? Сейчас уже будет шоу фонтанов через 5 минут. Меньше. Меньше? Ну, значит, меньше времени осталось у нас для того, чтобы заснять фонтаны. Да? Ладно, отключаюсь пока временно. Now
Идем на свое понравившееся место, где мы смотрели фонтаны. Такая тут лесенка уже с подсветкой, правда. Тут мы фоткались, Бурдж-Халифу смотрели. Вот. Сейчас пойдем на наше место, излюбленное в этих краях. Все так сверкает, все так мигает. Интересно тогда. Тут газончик, правда, не видно, что это газончик, но ничего страшного, сейчас мы подойдем и снимаем еще. В общем, друзья, вечер фонтанов, наверное, у нас уже заканчивается. Да, Ань? Да, мы сколько посмотрели? Ну, 5, наверное. 5? 5 фонтанов, 2 днем, 1 в закате и 2 в ночь. Ну, ночь, в темное время суток, в общем. Посмотрели все, отлично, нам очень понравилось. Сейчас уже думаем идти на Дубай Молл, на метро возвращаться, и будем уже поедем на ужин к нам в отель. Вот, друзья, нам очень-очень понравился этот район, так называемый, да? Центр, я думаю, это центр Дубая получается, да? Вот, Бурдж-Халифа очень высокая, красиво на нее смотрю. И, в принципе, отличная. Фонтаны, отличный Дубай Молл. Посмотрели множество разных магазинов. Местные самые главные достопримечательности, которые, в принципе, надо было посмотреть. Вот, как-то так, друзья. В общем, возвращаемся. Едем на метро. Увидимся в новых видео. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это.
Я не могу.